Всем привет, поговорим о посадке на лошадь. Не стесняйтесь садиться с лавочки. Это на самом деле хорошо именно для лошади. Сохранить ее здоровье. Иначе, если садник часто садится с одной стороны, мы садимся всегда с левой, лошадь перекашивается. Значит, смотрите. Для безопасной посадки лошадь не должна смотреть в манеж, в открытое пространство. Потому что есть шанс того, что когда вы на нее залезете сверху, лошадь чего-то испугается и пошла по прямой, ну то есть у вас ее потеряется. Также небезопасно ставить лошадь вплотную к барьерам мордой, скажем так. Вот если я лбом направлю ее на препятствие, то же самое лошадь может дать козла, я ушла в препятствие. Желательно как-то поставить лошадку, чтобы было, ну давайте вот пройдем сюда, место посадки у нас здесь. Скажем, вот так лошадка, да? Здесь вроде немножко открыто пространство, лошадь смотрит на стену, не в открытый манеж. Вы спокойно ставите ступеньку, даете лошади команду стоять. Лошадь должна стоять, уже должна быть научена и стоять спокойно. Вы с лавочки садитесь на лошадку, подавали повод на случай, если лошадь резко рванет, вы остановите ее, потому что повод у меня набранный. Взяли за гривку, сели на лошадку. Следим за тем, чтобы лошадь не перецепила через лавочку, потому что у нас сейчас был шанс. Сели, постояли, похвалили лошадь за то, что она стоит. Зафиксировали остановку. Если лошадь у вас научена, можете ехать дальше. Если вы только учите лошадь, вы подольше фиксируйте, и только потом с вашей команды лошадь имеет право двинуться вперед. Всегда следите, чтобы лавочка не попала под ноги лошади. Точно так же можно садиться с земли, мало ли, вы слезли в лесу, пособирали всякие грибы, пособирали. То же самое, подошли к лошадке с левой стороны, сказали команду стоять. Взяли за гривку, поставили левую ногу в стремя, правой толкнулись. Лошадь должна быть научена стоять, когда садник этот. Сейчас я в зимних штанах, и очень сложно. Оттолкнулись, подтянулись, мягко сели, не упали в седло, и лошади на шею. А мягко сели в седло, чтобы лошади было комфортно. Похвалили, постояли. И поехали вперед. Точно так же, когда вы слазите, вы приехали на место остановки, остановили лошадку. Повод ее не бросает. Вы наклонитесь вперед, спрыгнуть лошадь стартанет. Подобрали поводочек, взяли за гривку, оба стремени сбросили, проверили, что стремя у вас сброшено. Остановили лошадь, если она пошла. Стоит. Взяли за гривку, наклон вперед, мах правой ногой, на носочки спрыгнули. За гривку держимся, лошадь стоит. Все. Ну вот так.